Так, Федзер, Прокопович, вот это. Я иногда ехал на этой Део. На чем? Ну, на Део, на этой. Он говорит, ну давай, типа, разгоняй. Я разгоняю. Я нормально, давай еще раз. Едем. Давай разгоняем, мне уже за 60, я смотрю, сейчас под 60 немножко так подвел, чтобы ну, все хватит. Тут он начинает нервничать, говорит, ну что ты делаешь, учебная езда 40. Блин, не смотри, говорит, разгоняем. Нет, он ведет от тебя реакцию, чтобы ты сказал. А у меня как, если бы мне 40 дам, мне будут бибикать придурки. Что? Придурки все эти бибикать будут. Все знают. А. Потому что там трасса-то, знаешь, Ленин. Там вот это вот промежуток между самой верхней заправкой, там от 3Б практически чуть ближе. Поворот Самилькова на линию. И до 0,3. Там машины постоянно ездят. Приглашается Хагана Промаза. Если я буду тормозить, я не напрягаю. Что-то не заставить. Еще у меня есть классная особенность. Я собираю абсолютно все камни или если даже машина ехала не на камень, я направлю ее на камень. Тардан Хапачи. Левым колесом более-менее еще понятно, но с правым пока габариты машины. Ну, вроде бы там, да, 1.5 метра. Хаган Рамазан. Есть такой партнер? Она, блин, еще такая длинная. Представители этой игры, подойдите, пожалуйста, к столу номер один. Самая простая поговорить, нет? Берешь акулу и все. У меня было. Вот тебе тут метр и здесь полтора. Когда был аккаунт, зачем? Становился в третий ряд. Там можно куда угодно залезть. Олег. Дима. Вышли вчетвером, подняли. По трассе 140 бежит. Правда, в горке. Дмитрий, Олег. Но все равно, АКУ не советую. АКУ брать не советую. Внимание, весовая категория 52 килограмма. Она печальная, конечно. Женщина. Но... Приготовиться. Кокуладзе Лилия Белова Диана. На разбитие я не жалко. Хотя сомнется она как спичечный корабль. Сейчас смотрю, средняя цена двушной, передвушной IT где-то 45. Я продал за 35. Внимание, весовой ковер 52 килограмма. Полуновая, 1000. Отлично.
А, нет. Поповат Илья, Белова, Татьяна. Довольно-таки новая. Она вроде 145. Пожалуйста, те же семерки, они стоили 180. Ну, правда, это я смотрел, но на 204. Это до хрена. Нива 326. Нива хороша, я бы брал Ниву. Но, знаешь, тут тоже все-таки есть различные цели. Само собой, более-менее быстрое перемещение. Готовится после этой встречи 48 килограмм. Макарцева Ольга и Липчанская Анна. Мы как бы любим ездить там на рыбалку. Вот такую Мазду запихайте рыбу, блин, в багажник. Да ну нафиг. Домой этот багажник, вот, от рыбы, запаха, да ну нафиг. Аккуратно с ней обращаться, постирать. Есть победа Джузел Курмана в автомобилисте. Есть, говорю, дача.